Актриса, которая запомнилась по картинам солистка Его Величества «Война и мир» и «Первое свидание». В свое время она была знакома каждому жителю большой страны. Забвение пришло за 2 недели, и десятилетие больших ролей сменилось полувеком крошечных эпизодов. Но даже это не идет ни в какое сравнение с тем, что творилось в ее личной жизни. Галина Кравченко родилась в феврале 1905 года в Казани. С малых лет она мечтала стать балериной. Ради исполнения мечты дочери ее семья переехала в столицу, где Кравченко смогла поступить в Московское театрально-хореографическое училище. После его окончания Галина в течение 2 лет выступала на сцене как балерина. И еще ранее талантливую девочку заметил и режиссер Владимир Пудовкин. Он уговорил Галю попробовать себя на актерском поприще. Следуя его советам, наша героиня решила продолжить учебу. Только теперь это был актерский факультет в Государственном техникуме кинематографии. Начиная со 2-го курса, Галина начала появляться на экране. Преподаватели регулярно посылали студентов для участия в массовке, чтобы они попробовали свои силы. Конечно, это крошечные роли, и они не могли принести популярности. Но они сделали главное, дали ей хороший старт. Свою первую значимую роль Кравченко сыграла в картине «В угаре НЭПа». Девушка, которой не было и 20, досталась роль 40-летней женщины. Когда Галина спросила, почему этот персонаж достался ей, режиссер ответил: «Настоящий артист умеет перевоплощаться в кого угодно». Именно эта фраза и стала девизом для Галины на протяжении всей карьеры. С тех пор она не удивлялась и не сопротивлялась предлагаемым ей ролям. В 20-х и 30-х годах афиши с изображением Галины Кравченко висели во всех крупных городах России. Один за другим выходили фильмы с ее участием. «Медвежья свадьба», «Булат Батыр», «Солистка Его Величества» и «Кукла с миллионами». Последним фильмом, где актриса сыграла значимую роль, стал «Великий утешитель». В нем Галина сыграла пародию на саму себя. К сожалению, в 1934 году все круто изменилось. Галину арестовали по сфабрикованному обвинению и посадили в тюрьму. В одиночной камере она провела всего 12 дней, после чего ее выпустили ввиду отсутствия доказательств. Но именно эти 2 неполные недели перевернули ее жизнь с ног на голову. Все предложения о съемках были отозваны, и работы для Галины резко не стало. С тех пор на протяжении почти 40 лет Кравченко, в фильмографии которой раньше были лишь большие роли, играла неприметных персонажей. Но даже это не шло ни в какое сравнение с тем, что в это время было в ее личной жизни. Наша героиня была 3 раза замужем, ее первым мужем стал актер Андрей Файт. Этот брак продлился 2 года и окончился позорным расставанием. Шутка ли развод в то время, тем более, что инициатором была сама Галина, а причиной ее новая любовь. 2-м мужем Кравченко стал военный летчик Александр Каменев, сын политического деятеля Льва Каменева. Молодые поселились в большом доме его родителей и жили вполне счастливо. Через год после свадьбы Галина подарила мужу сына, которого назвали Виталием. Однако счастье продлилось недолго. Через 4 года свекр Галины попал в немилость и его расстреляли. А через год после этого также казнили и ее мужа Александра. И еще через 4 года расстрелу подверглась свекровь. Галина с ужасом ожидала своей участи и страшно боялась за маленького сына. Чтобы избежать возможной гибели, она вышла замуж за грузинского режиссера Николая Санишвили и родила дочь Карину. Она не любила мужа, но нуждалась в его защите. Ненадолго актрисе показалось, что ей удалось спасти себя и мальчика от гонения властей. Но она совершила страшную ошибку, не сменив фамилию ребенку. Как только Виталий достиг совершеннолетия, его арестовали и на 25 лет выслали в Караганду. Через 8 лет Виталия Каменева выпустили по амнистии, и он смог вернуться домой. Но тяжелые условия заключения подорвали его здоровье, и молодой человек умер в возрасте 35 лет на руках у своей мамы. Все, кого любила и кем дорожила Галина, были уничтожены советской властью. Сама же она чудом осталась жива. Правда, по ее словам, жизнь была ей не нужна без людей, которые приносили в нее радость. Галина Кравченко дожила до 91 года и умерла в марте 96 года в полном одиночестве.
Если вы досмотрели наше видео до конца, не забывайте ставить лайк и подписываться на наш канал. Также мы ждем от вас комментариев, что вы думаете по поводу всей этой истории и ее героях.